Всем добрый день, дорогие друзья. Многие спрашивают, почему, Настя, не выкладываешь видео, почему нет видео? Смотрите, не могу отредактировать вообще никак, ничего. Видите, вот оно не... Видите, окно появляется, а дальше я его нажимаю включать, а оно не показывает. Я не знаю, в чем проблема. То ли это что-то с Ютубом, то ли что, но редактор у меня не работает. И я не знаю, чем делать. Так что вот так вот сижу, пытаюсь что-то сделать. Я уже и пробовала перезагрузить, и что только не делала, и компьютер сам перезагружала, но вот она и не там. Толку совершенно ноль, понимаете? Я вообще не знаю, что делать. Видите, вот оно. Пробую включать, а оно не включается. В чем проблема, я не понимаю. Так что, ребята, вот такие вот у меня проблемы. Но есть и хорошая новость. Муж уехал за телевизором. Сегодня привезет уже домой телевизор. Ура, ура, ура. И больше дети не будут садиться за компьютер. Может, они что-то здесь накрутили, я не знаю. Сейчас буду что-то настраивать, делать, буду решать проблему эту. Дорогие друзья, муж съездил на оптовую базу. Ну и телевизор забрал. Он сейчас там его устанавливает. Позже покажу. Так, макарошки. А он все крупные взял. Все одинаковые 4 упаковки. Это он взял краску. Будем косяки красить. Дальше здесь что он взял? Купил минералку на... И масло куча. Тут-то сахар. Раз, два, три, 4 упаковки. Манная крупа. А здесь что? Здесь, наверное, мука. Там мука, мука, мука. Там мука, коробку муки. Вот такие вот он заготовки. А тут у меня, видите, лежат кабачки. И вот здесь вот в мешке у меня лежат тоже кабачки. Вот такие вот закупки продуктов. Смотрите, ребята, копали тут еще немного картошку. Вот такая вот картошка получается. Тут сразу на посадку откладываем. А это на еду то, что. Мы с Машей... Пошли на почту. Маш, нам надо сегодня палатку убрать. Она уже не нужна. Просушить ее, вытереть хорошенько и убрать. Да? Она уже все не нужна, по сути. Мы с Машей решили на почту сходить. А у нас пакет пришел, наверное, шейно, мне так кажется. Мы его все ждем. А, Маша побежала. Маша курточку уже, кстати, одела вместо... Вместо жилетки, да, ты, Маша, одела уже куртку? Ну-ка, повернись. Вот такая вот куртка. Все, пошли. А на зиму будем новую покупать, да, Маша? Ну, сейчас и так хорошо. И мы идем. Я без куртки что-то пошла, но прохладно чувствуется. Лужи опять. Пошли с этой стороны, а то опять лужи и обкатят машины. Лужи опять у нас тут, как всегда, наши лужи. Огромная. И мы всегда вот так вот идем. Так что вот такие дела. Ладно, идем на почту. А мы забрали посылочку. Марин, Маша, покажи, какая. Вот такая эта шейна пришла. Если я не ошибаюсь. Ну, а если ошибаюсь, то значит Алиэкспресс. Разницы почти никакой. У нас погода холодная. Я замерзла, ребят, представляете? Ужасно замерзла. Ладно, идем домой. Дорогие друзья, мы пришли уже с почты. Ладно, не ищи ножницы. Сейчас мы разорвем так. Да, это Шейн пришла посылка. Там органайзер пришел, потому что органайзер для вещей. Сейчас мы его с вами откроем и посмотрим. Блин, тут еще не найдешь, как его открыть-то. Вот не могу. Надо привычку выработать, чтобы телефон смотреть, когда снимаешь. А я смотрю под телефоном. Вот такой вот обычный органайзер для вещей. Спереди прозрачный он. Такой квадратный. Давно такой хотела, но вот не знала по качеству, как будет. Поэтому заказала один. Дальше. Это браслет бижутерия. Сразу говорю, бижутерия. Но я бижутерию люблю. Как многие заметили, я... У меня бижутерии такой очень много. Ну, вот такой вот классный мне браслетик. Ну, или у меня тоже ничего. Я так подозреваю. Дальше смотрим, что. Так,
Вот брелок, я все хотела для ключей. Брелок, чтобы ключи не терять. Такой вот брелочек. Доллары. Мешочек и счеты. Чтобы денег больше было. Так, тут пусто. И вот такой, ох ты, какой интересный мешочек с носками. Кого, брелок? Нет, мешочек. А, мешочек? Так я тебе отдам этот мешочек. Маша говорит, я хочу себе такой мешочек. Вот такой вот рисунок на нем. Тут 10 пар носков, ребят. А, тут во, какой мешочек. Маша, переверни. И вот такие вот в нем, ребят, носочки. Да, с мишками все. Цвета только разные. Приношу за извинения, то, что шум у нас просто тут. Но они все с мишками, просто цвета разные. Тут сколько раз? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пар. Вот такой вот, ребят, был заказ. Ну, браслет вообще классный. Свет, поможешь сейчас мне его застегнуть? Сейчас попробуем, застегнем. Покажи, кстати, какой-то сама себе маникюр. Уже Света научилась делать маникюр. И вот такой вот делает. Но она сама... Ну-ка, вторая рука у тебя. Вторая рука, другой рисунок немножко. Нет, они одинаковые. Одинаковые. Но она сама себе делает. Давай. Ты сразу, чтобы главное правильно сделать. Нет. Нет. Вот так вот, да. Должно быть. И сейчас она мне его застегнет. Просовываешь через дырочку. И защелкивается он. Просто защелкивается. Все. Вот такой, ребят, браслетик. Но мне очень нравится. Я довольна. И стоит всего этот браслет 80 рублей. Классный. Если кому надо, я ссылочки на весь этот товар вам могу оставить. А там брелок, да, Свет открывает. Свете интересно брелок посмотреть. Ка, давай посмотрим, какой он тут. Свете какой. $100. У меня, конечно, ногти, это вообще пипец. Когда дочь моими мамиными ногтями займется? Тут бакс, мешочек и счетики. Вот такой вот в целом брелочек. И вот такой вот заказ. Пишите, что вам больше из этого понравилось. Но Маше больше мешочек, да, Маша, понравился? На, Маш, забирай мешочек. Ладно, дорогие друзья. А это я заказывала специально где-то что-то одежда или на вырост, или что-то раз убрал, или новые вещи прибрать вот в такой органайзер, и чтобы знал уже, что там новое лежит. Ладно, все, распаковали. Всем добрый день, дорогие друзья. Я на веранде, короче, перебираю обувь, избавляясь от ненужного. Всякие вот такие вот туфли, которые раньше носила, выставляла в группу, никто не берет. Туфли хорошие, вообще хорошие. Но я их выкидываю в мусорку, на помойку, все. И тут уже целый мешок таких туфлей я набрала. Надоело, все выкидываю нахрен все подряд. И сегодня кто-то нам пакеты с игрушками... 4 пакета и одну коробку. За забор кину, и дети их перебирают. Я там половину уже сразу выкинула. Короче, занимаюсь хрен знает чем. Перебираю обувь и выкидываю все, что мне не надо. Надоело уже все вот это вот. И смотрю то, что сейчас они будут носить. Такой это сборный букетик, смотрите. Ладно. Так что вот так вот. Занимаемся дальше делами. Так, ребят, я готовлю кушать. Занималась тут, чистила морковку дочь. И решили с Машей по пути сразу накормить улиток, короче говоря. Так что смотрите, да, ребята, кстати, да, канал «Жизнь домашняя живет» мамами, сейчас ведет Маша. Поэтому проходите обязательно туда, подпишитесь, поддержите ее, пожалуйста, ставьте лайки. И где-то что-то, если не так немножко, ну уж простите, ребенок учится. Ну а так в целом, ей очень нравится. Она рада, она сейчас ведет этот канал. Я поставила варить гречку и жарю котлетки. И салат сделаем. У меня сегодня неожиданно приехал Ильюша. Мы сидим, мне девочки говорят, мам, Ильюша идет. Я говорю, да не может быть, Илья. Я говорю, в Соликамске смотрим, нет, заходит. Я говорю, ты что, приехал? Он говорит, просто на выходные. Честно, в шоке была. Сегодня снимала, муж сходил, огурчики свои домашние еще пока есть. Помидоры я уже все собрала, а огурцы вот еще есть. Так что вот так вот. Ладно, буду дальше готовить. По ходу дела буду все понемножку показывать. И да, кстати, ребят, мы выкупили телевизор.
Мы очень рады. Дети особенно рады. Такая тишина, дети сидят, смотрят мультики. Довольные. Ура. Поел? А ты что ел? Бутерброд делал, понятно. Ильюша покушал. И, кстати, с мужем все хорошо. Спасибо всем большое. Многие очень переживают, как и что. Я уже говорила, что в больницу он сходил. Врач ему ничего не стал делать. Он просто сказал посматривать и мазь накладывать. Все, все, что рекомендации были от врача. Давай имбирь уберу. Ты имбирь ел. Ну, можно, Маша, этот давай сделаем. Вывалила, все, мой его. И также сейчас мухом заложим, да и все. Так что вот такие вот дела, ребята, у нас. Если интересно, то оставайтесь с нами. Картошку копаем, кстати, там. Ладно, готовлю кушать, вы меня отвлекли. Так, ребят, сварила ужин у нас. На ужин сегодня гречка с котлеткой. Ну и настрогала салатик. Еще поставила яйца варить, но яйца не сварились. Еще пускай варятся. Потом попозже еще, может, перед сном поедят яйцо вареное. С чаем, может, попьют. Ну, в целом, такой вот ужин. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита.